Организация была на высшем уровне. Огромное спасибо, пользуясь случаем, хочу выразить Михаилу Васильевичу Игнатьеву, Сергею Владимировичу Мельникову за столь высоко качественную проделанную работу. В общем, я могу сказать от своей сборной и от других сборных, кто вот с ребят с нами общались, все просто в восторге. Президент Европейской ассоциации легкоатлетики приехал, он просто сказал «Вау». Вот, у него шокировало открытие само соревнования сами, то есть насколько публика гостеприимна. И он говорит, такого чемпионата нигде никогда я не видел, и он говорит, вряд ли увижу еще. Я говорю, ну вы приезжайте в Россию, давайте делать чемпионат в России, но в частности здесь, если это будет вообще, вы всегда будете рады.